Как быть человеку, который не имеет времени и хочет быть Арнольдом Шварценеггером? Никак. То есть это нереально. Выбрать цель Хорошо, себе борьбы. Если использовать фармапрепараты? Надо захотеть стать Ван Даммом, и тогда никакие фармапрепараты не понадобятся. Дело в том, что фармапрепараты – это все очень рискованно. С 2013 по 2015 год был такой бум, что в интернете пропагандировались стероиды, как будто это какая-то некая эликсир долголетия, такая волшебная таблетка, никаких побочек как бы нет. Потом прошло время, популярные спортсмены и не очень начали умирать почему-то. Просто люди, которые этим увлекались, которые покупали непонятно где эту фармакологию, непонятно как это использовали, тоже получили очень много побочных эффектов. Сейчас чуть-чуть народ уже начинает понимать. То есть это в любом случае риск. Ты в своих программах тренировок используешь? Я не использую такую фигню. Нет. Никогда не использовал, не думал. И даже когда это было мегатрендом, и тех, кто не использует это, а это был я в числе, там, ну, в малочисленном очень числе, то есть их очень так троллили, как это говорится, да. Но сейчас это, слава богу, прошло, и народ немножечко начал образумливаться.